Всем привет, меня зовут Жанна, и сегодня в этом видео я вам покажу, как устранить дефект посадки в высоких трусах попереду. Я построила выкройку трусиков домашних и сделала там ошибку. Сейчас я вам покажу данную ошибку и покажу, как в лекале это исправить. Я для вас нарисовала технический рисунок трусиков. Сейчас я вам покажу, какая допущена у меня ошибка, то есть дефект посадки трусов. По передней части здесь у меня идет лишняя ткань. Вот таким вот образом. С двух сторон. То есть слишком большая ластовица и слишком широкий перед. И получается, что вот эта часть, она, видите, заходит на бедра. И нам нужно как раз-таки просто это срезать. Вот выкройка трусов. Это задняя часть, это передняя часть, это ластовица. Нам нужно здесь уменьшить. Задняя часть меня устраивает. Мне нравится, что трусы эти высокие, и мне в них удобно. Я сейчас сделаю выкройку цельнокройного переда вместе с ластовицей. И отдельно будет ластовица, которая будет пришиваться как подкладка к трусам. Здесь у меня обозначена на ластовице задняя часть, передняя часть. Здесь у меня уже включен припуск на моей выкройке. И здесь включен припуск. Можно наложить, если догнуть. Здесь же включен припуск. Мы это сейчас отмерим, срежем, грубо говоря. И соединим. Теперь обводим. Так, окей. Теперь нам нужно убрать, да, судя по ширине, сколько нам нужно убрать, это где-то, ну, сантиметр полтора. Ну, давайте не будем борщить. Берем один. Так, до какой? Где-то вот до сюда нам нужно убрать. Здесь уже нормальная ширина. До середины ластовицы там нормальная ширина. Здесь один. И где-то вот до сюда нужно убирать. Соответственно, вот нам нужно теперь подобрать правильный угол, чтобы трусы сели тоже нормально. Так. Здесь, наверное, где-то, думаю, что вот так. Вот так. Вот это уже поинтереснее. Что у нас получается? 5 сантиметров вот здесь у меня у переда. На подгибку у нас идет где-то 1,2. Ну, я себе так делаю, где-то вот так. И останется у нас в чистом виде 3,5, 7. 7 для ластовицы. Вот сейчас и посмотрим, не широко ли будет 7. Можно и поменьше, на самом деле, чуть-чуть сделать. Надо попробовать тестер сделать, все-таки макетик отшить, тоже посмотреть. Больше не меньше, я думаю, что лучше так. Там, если что, на живую можно будет срезать. Так, я подумала, я себе ластовицу немножко подниму. Мне по конструкции, в общем, своего тела так удобнее будет. Вот я на 0,5 ее подняла. Это будет цельнокраеная. Соответственно, нам нужно выкроить подкладку к этим трусам. И мы ее выкраиваем вот так. Здесь у нас уже припуск включен. Здесь припуска нет. Если мы можем снять еще вот такую вот выкройку, и прибавить к ней припуск. То есть это будет вот так вот выглядеть. Я пересниму себе ластовицу, потому что чаще всего
Я шью трусы из остатков кулирки, которые у меня остаются, поэтому бывают такие куски узкие, что удобнее, конечно, когда лекало трусов не такое большое, да, а его можно вот на маленькие куски вставлять. И плюс припуск на ширину оверлока. У меня припуск на ширину оверлока 7 миллиметров. Так, тут уже включено. Что у нас получается? Задняя половинка у нас остается такая же, как и была, мы ничего не переделывали. Значит, спереди мы забрали вот эту часть, вы видели, от середины ластовицы до середины передней части трусов. Соответственно, то есть как я буду выкраивать? Я либо выкраиваю вот так вот целиком, и дополнительно я буду выкраивать ластовицу для этих трусов и обрабатывать. Чаще всего это будет здесь край ластовицы оверлок. И вот так вот это все соединяется. Ой. Вот. Либо если у меня будет не хватать ткани, я разрезаю по линии ластовицы и добавляю к передней части. То есть у меня будет это вот так вот, да? Я потом на ткани добавляю сюда 0,5 на обметку оверлока. И к ластовице я добавлю, когда буду на ткани кроить, и тоже 0,5 на обметку оверлока. На этой части у меня уже встроен припуск. Либо просто выкраивать сразу вот по этой ластовице две штуки. Ну да, это будет проще. Получается, вы к переду добавили, по этой линии срезали, к переду добавили 0,5, и по этой два раза выкроили. Все. Вот так.